Команда красных подъезжает. У-ху! Смотрите, мы сейчас поедем вон туда, на самый верх. О, ну. Вот это супер! Мамочка, молодец! Ну так есть прикольно. Ой-ой-ой-ой! Ребята, за границей! Это мы! Заграничники! Друзья, всем привет! Друзья, сегодня 1 января. Анталия. На улице температура плюс 20 градусов тепла. А мы едем сейчас в снег. На улице плюс 20, буквально полтора часа от нашего места в Анталии, и мы будем уже в минус. И мы хотим девочкам показать снег. Они у нас ни разу... Машунь, ты хоть раз видела снег? Да. Когда? Не видела. Не видела, да. Ничка, поедем в снег? Да. Да, да, говорит Ничка. А кататься будем? Да. Мы все будем делать снег. Ну что, друзья, мы в настоящем снегу. Здесь все в снегу просто. Мишкин здесь первый снег. Мишка, где? Там? Вау, гора! А мы поедем вон туда. Вот там горнолыжный курорт. Туда едут на этом, на подъемнике, поднимаются. И потом оттуда на лыжах. Так, друзья, а мы заселились, получается, вот в этот отель, да? Это абсолютно новый отель, он открылся только вчера. Цена сейчас примерно за одну комнату. В комнате мы сейчас покажем две, ну получается одна большая двухспальная кровать, одна и две односпальных. Один такой номер примерно стоит в среднем $100. Вот, то есть получается мы заселились, ну за одного ребенка доплатили, то есть дети до 6 лет бесплатно, а за детей от 7 лет и старше до 17 лет надо доплатить 450 лир. Вот, мы доплатили только за май, у нас в среднем получилось где-то чуть больше $200 за два номера. Зона релакса немножко, да, там получается стойка регистрации, ресепшн, пойдем покажем. Вот, здесь ужин проходит с 8 часов, можно будет покушать. Вот много зелени, салатиков. Здесь, ну, макарошки, да, с подливой, значит, можно идти, да, уже. Здесь это луковые хлопья, здесь овощи запеченные, ну, вообще супер просто. Огромный камин. И какой-то буйвол висит, да? Чучело называется. Чучело, да? Угу. Супер. Мы по лестнице, мы на втором этаже живем. Вот. Здесь дрова даже подбрасывают в этот в камин. А здесь огромный горный козел. С такими рогами просто нереально вообще. Аренда сноубордов. Аренда костюмов и лыж. Наш 206 номер. Открываем. Так. Вот такой огромный номер. Здесь, наверное, примерно квадратов 30, скорее всего. Кровать односпальная, двухспальная кровать. И вот еще одну дополнительную кровать она устанавливает. Ну, тут очень хороший, мне кажется, ужин. Я там посмотрел, там овощи, рис возьмем. Я думаю, сейчас вообще хорошо покушаем. У нас вот такая еще ванная, да. Все чистенькое, красивое, все новенькое. Офигенно, что все свежее. Прям вообще супер. Вот. Все чисто, приятно. Так что... Полотенечки есть. Да, полотенца есть, чистенькие тоже. Так, ну что, берем деток и идем на ужин, да? Наверное, покушаем, чтобы пораньше спать лечь, а завтра утром проснемся и уже пойдем кататься. Малыши наши в комнате, значит, здесь устроили движуху. Движуху устроили. Уже попкорнчик распаковали. Так, девочки, тут потрясающий ужин. Пойдемте с макарончиками, соусом и с овощами. Машунечка, пойдем кушать? Побежай. Давайте, пойдемте покушаем. Вот, вон, Мишка самая первая побежала. Ам-ам. Кстати, у нас бабушка подготовилась, набрала нам вон сколько еды. Мы здесь можем даже и не ходить кушать. Нам и так хватит. Да, мулечка? Да. Вы уже кофейку забомбили. Чай? Ну, молодцы. Вкусно, брат? Кофе вкусное. Кофе вкусное? Ну, все. Сейчас пойдем ужинать. Машенька набрала макароны и любимый ее томатный соус. Машунь, а ты кушаешь салатик? Угу. Молодец. Бабушка, дай ей салатик, пожалуйста. Да, и брокколи. Мы вот такую брокколи вкусную взяли, и Машенька сейчас салатик будет кушать. Она молодец, да, макарошки с салатиком. Правильно, Машунь, надо кушать?
Миечка тоже кушает макарошки. Миечка. Не, Маечка. И Маш, и Маечка, вот она уже тоже овощи, макарошки вкусные. И вот у нас много-много салата здесь. Хорошо, сейчас кушаем и идем отдыхать. А завтра будет у нас супер движуха! Yes! А из нашего окна вот такой просто бомбический вид открывается. Вот там горы, за ним море. И видно, что там, получается, облаков вообще нету. Красота! А мы пойдем вон туда, где облака. Там как раз горнолыжный курорт. А у нас утро, завтрак. И мы решили мамочке здесь подарить подарок. Наш небольшой подарок, который мы купили. Маечка мне уже подарила колечки. Маечка, да, подарила колечки вот такие классные. Днем рождения тебя. Такой небольшой подарок. Маечка выбирала, да, Маюш? Да. Вот такой. Цвет бирюзовый. Спасибо, так красиво. Маюша, нашу мамочку любимую. С днем рождения. Завтрак здесь по сравнению с ужином совсем скудный. Завтрак бесплатный, а ужин стоил 250 лир на человека. А вот завтрак, вот здесь все, все, что есть. Хлопья все съели уже, все, уже ничего не осталось. Люди тут потихонечку подходят. Друзья, мы на горнолыжном курорте! Наконец-то доехали! И вот отмечаем здесь день рождения моей любимой жены. Мы уже переоделись, смотрите, взяли в аренду. Что дают в аренду на этом горнолыжном курорте? Получается, куртки, штаны, ботинки, лыжи и палки. Перчатки, да? Не дают. Перчатки не дают. И не дают... Очки вот очень важно. Очки не дают, а да. Здесь солнце, тяжело. Солнце очень яркое. Вот Маечка уже полностью готова вообще. И сапожки дают. Да, очень классные лыжи, да. Кстати, хорошая фирма Atomic. Тепло, да? По ощущениям сейчас вот какая температура, наверное, плюс несколько градусов, да, плюс 2, плюс 3 где-то. Прямо супер вообще комфортно. И смотрите, мы сейчас поедем вон туда, на самый верх. Маюш, на самый верх. Ну-ка. О, ну. Мама, наш лыжник едет уже. Во. Майя уже учится потихонечку. Давай, вот так. Вот так, Маюш, молодец. А здесь пришла наша малышка Машенька. Она вон в каких ботиночках летних. Ну что, первый раз мы проехали уже немножко. Маечка вон на попу села. Молодец, да, дочур? Как правильно, если что, сразу на попу садиться. Да? Давай, бери. А мама туда вверх заехала, далеко-далеко. Не знаю, как она оттуда спускаться будет. На попе. На попе, да, на попе будет спускаться. Давай, Маюш. Ай, да смотри. Вот так, да. Маюш с папой встают, позы сейчас поедут вниз. Это не так легко, как кажется. Здесь есть свои фишки, надо уметь тормозить, держать ноги. Вау, они едут. У-ху! Команда красных подъезжает. У-ху! Я-ху! Вместе! Ну как вам? Супер было! Ну, так маленькая же... такая, но прикольно. Так хорошо съехали, даже не да. упали. Да, мы с Маечкой уже профессионально. Понравилось? Мамочка поехала! Е-е-е! Красивая сегодня погода. Очень здесь классно. И солнышко, там голубое небо. Там, получается, облачка. Мы в облака потом поедем. Сейчас посмотрим, как наша мамочка съедет. Так, вот наша мамочка едет. Но она разогналась сильно, очень быстро. Так, посмотрим, как сейчас она сможет проехать. Вот это супер! У-у-у! Мамочка, молодец! И теперь как тормозить? Тормозить как? О, ноу! Пусть, но ты очень быстро ехала. Так, пусть я тебе там помочь не смогу, тебе надо отстегиваться. Ну, мамочка сама смогла. Молодец! Супер! Понравилось? Ну, круто было вообще. Уже научились. И... У-ху! Вау, даже не упали. Видите, что значит уже опыт? Уже третий раз скатывается. Ну как, третий раз вам? Чувствуется, что третий раз уже... Все лучше и лучше
Понятнее, да, что делать? А? Понятнее, что делать? Да, да, да. Мальчики начинают валяться в снежку, смотрю. Да. Вы не упали, но она решила упасть. Туда, наверх. В облако поедем. Мы окажемся в облаке? Да. Мы все вместе поедем? Да. А там или не... просто прокатимся, да, и вернемся? Да, то, конечно. Там нереальная высота. А, Маюша, мы едем! Мы летим, да, мы летим, смотрите. Привет! Маечка, с вашей ручкой. Смотрите, вообще нереально. А если я упаду, папа? Зачем мы с высоты 5-го этажа, солнышко? Если я упаду в снег. Не, я тебя держу, дочура, ты держись, я хорошо? Я тоже буду держать. Смотрите, вообще это красота, красиво, просто красиво. Нереально. Не, ну здесь уже видно, профессионалы, конечно, ездят. Уже ребята такие опытные. Ну, знаете, супер вообще. Мне сначала казалось, что лыжи, да, что в лыжах нет смысла, потому что ты как бы не работаешь, то есть ты ногами, руками. Но я сейчас понимаю, а то, что, знаете, что хорошо лыжи забивают равновесие, да, координацию, да, да. Что вот для этого, наверное, нужны лыжи. Да, Маюш? Ты будешь еще кататься на лыжах? Да. Ну так, конечно, прикольно. Ой-ой-ой-ой! Мы поднимаемся в облако. Да, вон. Он нам сейчас покажет, на какой высоте мы находимся. Вот это. 2000 метров. 2000 метров, Маюша! 2000 метров над уровнем моря, представляешь? Все в снегу. Сейчас в облака едем. 2 января. +25 градусов. Здесь даже сейчас очень тепло, да, воздух супер теплый. Наверное, там сейчас плотно, сколько? +5, +7, да, не нужны ни перчатки. В принципе, ну вот, шапочки, капюшончик, да, капюшончик одел, и хорошо. Мы полностью в облаках. А, Майя! Похолоднее стало. Да, кстати, похолодало. Реально, на пару градусов точно холоднее стало, да, уже? Да. С этим полностью в облаках. А, солнышко выглядывает. Супер. Друзья, мы приехали на самую высокую точку этих гор. Просто что-то нереальное. Отсюда как раз это самая высокая точка, и отсюда начинают спускаться уже лыжники и скейтбордисты. Вот как это вы, сноубордисты, не скейтбордисты, сноубордисты. Туда вниз прямо. Супер вообще. Тут, конечно, просто супер красиво. Высота 2400 метров, а мы идем в домик с чаем, Tea House. Ну да, здесь получается, можно попить только чай. Но вид просто, да, что-то нереальное. Подходим смотреть вид. Вау. Супер вообще, да. Ага. И вот люди, лыжники едут, да? Здесь даже ограждений нету, да. Да, вот я тоже думаю, что если паучок, ограждений просто... будет очень страшно. Да. Но, конечно, вид просто бомба. Мы завариваем мальчики чай. Ну, с яблочком. Я тебе. Ну что, греемся, пьем чаек и едем вниз. Туда ехали, не было такого, да, ветра? Представляете, смотрите, здесь все в снегу, а там все зеленое. Мы возвращаемся обратно. У-ху! О, но! Смотрите, какая красота открывается. И снег, и море, и это все рядом. Буквально 2 часа ты на море, 2 часа ты в снегу. Это что-то невероятное. Мы здесь посмотрели, и в общем, нам теперь кажется, что самое главное, это когда уметь скорость регулировать. Видите, когда следы, они все такие зигзаг, ну не зигзагами, они волнами. Вот все люди съезжают волнами. При этом, да, они контролируют скорость. Да, может побыстрее, помедленнее. Да, могут либо ускориться, либо замедлиться. Мы приземляемся! Сейчас будем. Раз. Ага. Поднимай. Ага. Ноги поднимай. А, ноги, ага. Здесь надо аккуратно, чтобы ноги не попали между этой штукой, а то может застрять. Ну как тебе? Классно? Это было. Смотрите, какая красота просто. Солнышко, блин, небо все чистое, вообще да. Супер, классно. И мы прямо оттуда сиганули. Погода разгулялась даже к вечеру. Да. Стало еще лучше. Тут уже так на улице стало тепло, и мы взяли девочек снова на улицу играть. Машунь, как тебе погода? Супер. Ой, какие красивые у тебя волосики, да. Смотрите, как солнышко вышло.
тучки вообще ушли. Так ярко стало. Вон бабушка, да, с шариками. Майя. Мы вот, вот как здесь классно. Сейчас 4 часа дня, самое классное время. Вообще просто шикарно. Снежки решила поиграть, доченька. Да, Машунь, ты вот так бери, слепляй снежок и кидай. Кидай в папу. Кидай. Миечка, кидай снежок. Да, вот так, Майя. Такой большой снежок. Бросай вот так. Вот так, да, вот так. А Машенька кидает снежок. Бум. Е, ой. Папа чуть не упал. Машенька, лови снежок. Бум. Смотри, как красиво, солнышко. Это все для тебя, любимая моя. С днем рождения. 2 января, и мы находимся в Анталии. Вообще, казалось бы, да? Казалось, что мы сейчас в России. Лед, холод, да? Мороз. А мы находимся в Анталии. Всем пока!